Друзья, привет! У нас, значит, ремонт головки, да, полтинника китайского, четырехтактного. Вот что я показывал, да, что все шпильки сорваны, перекручены 1000 раз. Вот. Плюс есть вот здесь трещина, крышка клапанная закручивается. Ну, не затягивается, в общем, тут. Но я решил избавиться от нее. Есть у меня еще одна головочка. Вот. И эту посчитал, уже нет смысла делать. Нашел еще одну головочку. В принципе, рабочую. На ней только была сорвана резьба под свечку. В данном случае я сделал вертыш. Благо, есть станочек. Руки есть вроде как. Ну и что? В остальном все нормально. Здесь резьбы нормальные, здесь нормальные. Вот. Решил проверить клапана, чтобы не было проблем. Значит, впускной у нас нормальный, седло, он, как видите, блестит. А вот выпускной не совсем хорошенький. Но решил притереть его. Значит, что? И это, наверное, для тех будет познавательное видео, кто единично делает, да, вообще такого рода ремонт. Значит, что? По поводу притирочной пасты. Кроме того, как купить в магазине, да, готовую притирочную пасту, можно сделать такой вариант этого, как стороночку. Значит, берете камень наждачный, шлифовальный, знаете, да, самой мелкой фракции. Я думаю, дома у каждого есть камушек, которым точат ножи. Вот. Взять оттуда, накрошить вот такую вот пыльцу, так сказать. Это очень мелкая фракция. Вот. Уже тут у меня готовая, накрошенная. Вот. Берем сюда капельку масла, перемешиваем это все. Много не надо. Все, вот у нас готовая притирочная паста. Кстати, за место вот этого камушка можно использовать еще мел. Мел он получается еще тоньше, это уже полировочка получается. Но тем не менее можно подольше потрудиться. Можно сделать. Значит, что? Здесь я на клапан, да, на ножку клапана с обратной стороны насадил кусочек такого шланга. Нагрел, чтобы он зашел и туго держался. Вот. Сейчас покажу дальше. Берем, значит, мы вот эту притирочку нашу самодельную, так сказать. Наносим на клапан, либо на седло. Аккуратненько. Понемножку. За этот шланчик цепляем шуруповерт. Все, поджали. И поехали потихонечку. Вот таким макаром потихонечку протираем. Можно еще добавить. Так вот, друзья, что у нас получилось. Если видно, что образовалась, да, полоска притертая, что на самом клапане, что здесь вот, обратите внимание. Значит, потерли его вперед-назад, вправо-влево, сняли, посмотрели, насколько притерлось. Здесь вот клапанок был у меня хорошо подожженный. Мне пришлось его 3 раза снимать, протирать это все. Вот. Добились вот такое вот колечко, так сказать, вот блестящего. Все. Это надо обязательно промыть все. Это как-никак абразив, который может потом повлиять на износ, да, вашей поршневой и все такое. Вот. И все. Можно собирать. Как-то так, ребят. Все. Всем спасибо и пока.